Накануне Нового года в Люберцах прошла традиционная акция «Елка желаний». Подопечные семейного центра и семья участника специальной военной операции получили подарки, которые попросили у Деда Мороза. О детях благотворительного проекта наш следующий сюжет. Новогоднюю елку в здании администрации украшают не только игрушки, но и вот такие конверты, в которые можно опустить письмо с обращением к главному зимнему волшебнику. И вот к праздничному уголку уже подошли дети с заранее приготовленными письмами. Я хочу беспроводные наушники с флешкой, потому что я люблю слушать музыку. Я хочу получить наушники. Новый год – это замечательный праздник, когда вся семья собирается вместе. Свои пожелания подопечные семейного центра «Люберецкие» положили в волшебные конверты и повесили их на елку. А затем вместе с символом наступающего года – драконом – провели возле нее хоровод. Ребята попадают к нам из разных жизненных ситуаций. У всех свои сложности. Но в центре они все преображаются. Они начинают заниматься творчеством. Они душевно отогреваются, ходят в школу. И потом они попадают либо в свои родные семьи, либо им находят приемную семью. И все заканчивается благополучно. Еще один участник «Елки желаний», у которого сбылась мечта, Ярослав Сосновский. В своем письме он попросил у Дедушки Мороза спортивную стенку, чтобы научиться делать трюки. Сосновский Ярослав Никитич, 4 года. Шведская стенка для детей. В семью Сосновских вместо сказочного героя вручить подарок пришел его помощник, глава городского округа Владимир Волков. Груша есть? Подходи ближе. Лестница есть, кольца, маты, все, что нужно для занятий спортом. Жму руку. Молодец, сильный. Он очень активный, любит конструкторы, пазлы, всякие активные игры. Всего через несколько дней детям из семейного центра устроили новогодний праздник. В гости к ним пришли сказочные герои и настоящие Дедушка Мороз со Снегурочкой. И каждый ребенок получил тот подарок, о котором мечтал. В этом письме я попросил Дедушки Мороза наушники. Нам сегодня вручили эти подарки 26 декабря. Я очень рада подарку. Дедушка Мороз, он исполнил мое желание. Теперь это мой гость, и он будет со мной всегда рядом. Вот такой. Анастасия Кладинова, Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.